Итак, мы летим в Баку. Ждите. Шок-контент, друзья. Привет, Баку! Всем доброе утро! Сегодня у нас 15 февраля, а именно 7:03, и кукутики вылетают в третий раз в любимый город Баку. Скажем коротко, все хотят спать. Всем привет, ребяточки! Сегодня у нас 15 февраля, мы сидим в аэропорту, ждем посадки на наш самолетик. Следующий рейс 2013 авиакомпании «Аэропорт Российские авиалинии». Как ваше настроение? Быстрее, быстрее! Замечательно! Вы готовы? Вы готовы? Вы готовы? Ну, вы готовы? Да. Что, ребяточки, мы наконец-то сели. Мы уже в Баку. Вот, посмотрите, за окном. Оно наконец-то растаяло. Так вкуснее будет. Давай, Полин, ешь билет. Вкусненько? Я Новый год в Баку ел, мне нормально. А я тоже. Чай, пожалуйста. Хорошо тебя покормили в самолете, Полин? Я приглотилась. Мы, короче, выходим из аэропорта. И отправляемся на площадку. Надо искать дядю с надписью нашей. Да. Нам нужно найти дядю с надписью «Кукутики». Нашли, 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 нашли! А справьте еще раз бумажку. Можно вас? Да. От Заура. Ей, да, спасибо большое. Добро пожаловать. Где такие воспоминания, такой воздух. Баку. Господи, это счастье не писать словами. Любимый воздух, любимая сейчас будет еда. Господи, любимое небо, любимый город, сейчас буду плакать. Васильда, ты счастлива, Васильда? Что? Скажи, что ты счастлива. Я счастлива. Ура! Привет, привет, привет! Да, вот наша новенькая, вот она. Мы тебя уже видели, видели тебя уже. Заур, привет. Привет, привет, привет. Отлично. Здравствуйте. Как дела, как дела? Все хорошо? Хорошо, да. Я всегда бегаю, что там заканчиваю, поэтому уже отправил машину. Это мы. Зоя, Вася, Алиса. Полина и Ваня. Это все мы. Итак, вот моя гримерная. Я здесь уже третий раз подряд. Я все три раза, когда мы были в Баку, был именно вот тут вот. А я первый. Вот. Итак, тебе какой... нравится? Диван передвинули. Диван передвинули. Раньше диван стоял вот тут. Теперь мы поставили его туда вместе с столом. И стол еще раньше вот тут, по-моему, стоял. Вот это моя теперь. Все, первый раз, да, или второй? Да, первый. Бронь. Ну что, пойдем в зал, пойдем в зал, там да, зрители сидят. Зал, да. Что же там? Что же там? Мы можем заметить, сцена здесь просто огромная. Я тебя обожаю. Все началось. Посмотрите на это! Ребяточки, мы приехали. Я очень рад, я очень счастлив, просто... Я обожаю этот зал, обожаю этих людей, обожаю все, что находится в Баку и в Азербайджане. Просто это что, столько идеально. Родные места. Первые мои гастроли произошли здесь. Именно под эту музыку, под эту идеальную музыку я это хочу рассказать. С этим местом, с вот этим вот местом, с вот этим вот. Просто с этим местом произошло очень много всего. Я просто обожаю это место. Я не могу описать словами, что тут происходило. У нас, мне кажется, в следующий раз, когда мы приедем в Баку, у нас здесь просто будет отдельная возвышенность на метках кукутиков. Потому что, посмотрите, каждый год... Ну, компот, смотри, вы выстраиваетесь. Раз,
два. А, вам круто, спасибо. Ребяточки, микрофон номер три. Мы на третьем этаже и третий раз в Баку. Ну это не совпадение ли? А? И у меня еще кеды за 3000. Ну это разве не совпадение, ребята? У нас минутка нежности перед репетицией, пока я не начала на них орать! Верно, но зато есть замечательный предмет – алгебра. Естественно! Я очень люблю алгебру! Я! Какие вы молодцы! Вы такие смешные! Алиса, поговори теперь, поговори. Согласна, что я и ты молодец, а у тебя четверка по алгебре. А тебе нравятся куб суммы и куб разности? Ой, это очень скучно. И легко. Так же самое, как квадрат. То же самое. А у меня все еще математика. И нету никакой геометрии и алгебры. Если дождь посильней, будет много пузырей. Если медленно подуем, мы большой пузырь надуем. Чувствую себя замечательно. Как будто только что, не знаю, марафон пробежал. Доброе утро. Мы поспали часа, наверное, 4-5. Зоя, мы самые пунктуальненькие. Пришли первые на завтрак. Видишь, как мне влияет, на положительно влияет Зоя. Я вот не опоздала хоть. Так и всегда опаздывала. Ну, короче, мы с Васей проспали. Потому что мы обе не слышим будильников. Но мы поставили будильники. И я просыпаюсь первая, думаю, нифига, я проснулась без будильника. И вовремя, смотрю на часы, 8:44. Нам нужно было проснуться в 7:30. Ну и потом нас... Ваня, не мешай. И потом, короче, к нам заходят Катя и Лиза и... Катя и ты, да? Катя и Ира к нам заходят, и все. Нам пипец. Ну, мы просто не слышим будильников. Тем более мы все успели. Мы позавтракали, встали, оделись и поехали. Ну что, ребята, мы уже все прорепили. И уже будем сейчас выходить на сцену к нашим любимым малышам. Вот этот идет Зоя. Смотрите, это ее первый концерт. Так что, да. Все, увидимся на сцене. Верхнюю губу покусали. Сделали ауэ. Прям мышцы напрягли, чтобы больно было. Ауэ. Еще. Ауэ. Теперь уию. Уию. Еще уию. Уию. Е-и-а. Е-и-а. Четко, прям остро. Е-и-а. Е-и-а. Да, подсокли. Язык кусаем вперед-назад. Ку-ку-ти-ки. Все, и жжем. Ясно. Берем микрофон и идем на свои точки. Ты готов? Все? Прям что, ребяточки, мы жгем специально для вас. Ждите просто. Погнали. Я просто ловила кайф потом.
ощущение, как публика. Нормально. Особенно машинки. Активно работают малыши просто, блин. Машинка, розочки. Подарили белую розу и машинку. Мне машинку и не примешь эту розу. Не примешь эту розу. Меня зовут два цветочка. Я люблю тебя на вторую. Как же мило. Два, один цветочек и машинка. Так, ну мы посмотрим все. Давид, сюда смотри. Ой, красота! Спасибо! Как еще раз? Его? Да. Давид. Давид, очень приятно. Держи, это тебе. Приходи к нам еще на концерт Кукутиков. Да, мы на синем тракторе. Ну, молодец. Нет, это очень хороший старт. Она реально не залажала. Вот. Артем, я по тебе все равно... Разве что чуть-чуть. Но все равно, Артем, я по тебе тоже скучаю. Если бы можно было бы сделать одну мышь переросток, а другую Зою, я бы вас обоих бы взяла бы на концерты. Вот, Артем. Я тоже скучаю, но Зоя вообще огромный молодец. Я ей очень горжусь, правда. Это человек, который въехал за 5 репетиций в программу, выучил ее вообще абсолютно на зубок и просто показал супер уровень. Вот, учитесь, берите пример с вот этого большого ребенка, который на самом деле очень крошечный. Ты что, молодец? Ой, зелененький. Время 12 ночи. Мы решили навестить наших детей. Взяли с собой орешков. Вот посмотрим, чем же детки занимаются в 12 часов ночи. Ребята, вот так вот и пролетели наши 3 дня. Ощущения после Баку отличные. Мы здесь уже 3-й раз отдыхаем. Ну как отдыхаем, выступаем. Кратко про Баку. Здесь было круто, здесь было красиво. Наверное, мы не гуляли. Ну, бассейн красивый был. Здесь было вкусно. Мясо очень вкусное, обожаю мясо. Вот. Да, хлеб вообще топ. Что еще? Да, у меня камера трясется, потому что не умею снимать. Мне понравилось, тут зал был хороший, ну, мы 3-й раз, тут всегда зал хороший. Был sold out, это было очень круто, здесь было много детей, которые знают наши песни, как неожиданно. Они танцевали, это было весело. Итак, теперь мои отзывы о этой поездочке. Ну, значит, все прошло очень хорошо. Мне понравился концерт, как мы его отыграли. Зрители просто супер, было очень много подарочек, спасибо вам за это большое.
У нас были очень веселые ночи. Мы играли в «Правда или действие». Это было очень весело. Прекрасное утро каждый раз было, да, Вася? Было шикарное, я просыпалась с улыбкой на лице. Да, нас очень нежно будили, а иногда просто не будили. Хочу сказать огромное спасибо Кате за доброту, с которой она нас будила. Вот. В общем, Баку, как всегда, прекрасен. Спасибо большое, это было очень здорово. А мы заходим в самолет. Подписывайтесь на нас в соцсетях, мы вас очень любим. Подъем, мы с вами делаем зарядку, затем идем завтракать и бежим на пробежку. После этого у нас прогулка. И соберите, пожалуйста, свои чемоданы. Нам нужно выезжать в аэропорт в 12:00. Да, Елизавета Павловна. Добро пожаловать в телепередачу «Прятки на выживание». Сейчас я вручу тотемный нож одному из участников кукутиков, и именно он должен отыскать всех участников коллектива по двум номерам. Надеюсь, вы готовы и все останутся живы. Надеюсь, это буду я. Эньки-бэньки, эльвареньки, эньки-бэньки. Считай до 10. Мы начинаем. Считай. Раз, два, три. Нет! У нас больше нет мальчиков. Но это не проблема. Не вижу в этом проблем. Подождите, у нас еще есть туалет. Еще у нас шкаф есть. К сожалению, тут никого нет. Я очень хочу кого-нибудь убить, кроме Вани. Ну, блин, тут никого нет. Спасибо. Это моя вне комнаты. У меня дверь передо мной открывается, потому что я шикарная. И слово «великолепно» придумано только для меня. Главное, бесшумно, чтобы жертвы не поняли, что я нашла. Привет, Зоечка. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Она умерла. Да. Мне очень жалко, но она умерла. Так, заходим сюда. Тут чисто. К сожалению, это очень грустно и печально. Пойдемте дальше, мои дорогие друзья. Так забавно, я иду и вижу одеяло шевелится. Наверное, это просто ветер. Мне не было времени нормально сбрякаться. Забыла сделать то, что ты делаешь со всеми. Падай. Куда ты лежишь? Встань с лапчик, пожалуйста. Я остался мертвых. Я красивый. Я тоже. А теперь начинается зомби-апокалипсис. И если Вася не успеет спрятаться за 5 секунд, то она тоже становится мертвецом. Раз, два, три, четыре.
5. Зомби выходят. Реально проваливается. Итак, мы продолжаем нашу передачу «Прятки на выживание». И сейчас будет второй тур, где победит сильнейший. Меня ведет нож. Нож ведет меня. Нож меня ведет. Ведет. И он приводит к своему владельцу. Дети, у вас есть всего 7 секунд на то, чтобы спрятаться. Время пошло! Раз! Драй! Драй! Фир! Фир! Фюнф! Фюнф! Сейкс! Сейкс! Сибен! Сибен! Жажду убивать! Это таки будет очень кровожадный ролик! Подожди, нужно сделать устрашающий звук. Может быть, ты здесь? Нет. Может быть, ты здесь? Приклеила на суперклей. Как прекрасно. Зоя, ты здесь? Блин. Давайте сделаем мне сюрприз. Блин, Вася, я думала, ты сложишься. Просто... Ого! Ого! Все. Уйди, пожалуйста, от меня. Не пытается убежать. Ты должна хрюкнуть на прощание. Куда делась Зоя? Куда делась эта Зоя? Куда делась Зоя? Блин, мне проснулся настоящий момент. Дагина, вы наблюдаете форму маньячной зависимости. Он жаждет крови. Беги за ним. Где Зоя? Там закрыто. Последняя дверь. Поздно. Благо. Зоя, ты здесь? Что, все сняли? Зоя, ты была? Что? Зоя, ты была? Нет. Тогда идем обратно. Все-таки я вас не звал. Видимо, я его где-то упустил. Идем искать Зою. Зоя. А, три трупа, куда вы убежали? Зоя. 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 Наблюдаете обычный случай, когда трупы убиваются дважды. Это называется убийство в квадрате. Зоя! Зоечка! Выходи! Делась. Мышь! Куда свалила мышь?
Надо ее найти. Найти Зою! Зоя! Смотри, у нас есть предложение. Давай. Ты можешь автоматически сдаться и будешь убит, либо у тебя есть еще 15 секунд, чтобы найти Зою. Время пошло. Раз. Два. Зоя! Три. Зоя! Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Я нашел! Я нашел тебя! Она сдохла. С вами были прятки на выживание. И давайте нашу конечную заставку. Мы ку-ку-ку-ку-кутики. Нас зовут кукутики.